Республиканская клиническая больница номер 2, перепрофилированная под COVID-госпиталь, возвращается к обычному режиму работы. Сегодня там выписали последнего пациента, поступившего в учреждение с COVID-19. Им оказался 57-летний житель Махачкалы Лабазан Ахмедулаев. Мужчина попал в больницу в крайне тяжелом состоянии. У него была диагностирована двусторонняя внебольничная пневмония с поражением около 80% легких. Вирус, по его словам, он мог подхватить на похоронах матери, которая умерла от коронавируса. 15 дней Лабазан Ахмедулаев провел в реанимации. Все это время врачи неустанно боролись за его жизнь и буквально вернули с того света. Сегодня мужчина чувствует себя хорошо. Всем медикам, всей медицине благодарен буду всю жизнь, что меня не жизнь дарит. Медицина сделала все. То, что от них зависящие, они выходили меня как птица. Я теперь говорю, я фотографировал себя, показать земле. Вы видите меня, что я испытал. Вот эта вещь, берегите себя, я говорю сейчас. По словам главного врача Ибрагима Магомедова, с марта этого года, когда больница была перепрофилирована под госпиталь, в медучреждении пролечилось порядка 3000 больных. Имея опыт и полное оснащение, и весь спектр необходимых медикаментов, нам удалось с хорошим результатом завершить. Коллектив успешно справился с задачами, которые были поставлены при полной поддержке Минздрава.